И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в XCOM 2, продолжаем проходить дополнение DLC Alien Hunters, и у нас пополнение в казарме. У нас японский боец трансформировался в Романа Антонова, который на оленей упряжке примчался. Ну, запоздал, поэтому он уже писал, что ящик вискаря он там закинул в штаб, поэтому его назначение подписано, и он, соответственно, с нами. Так что просим любить и жаловать. Новый боец у нас появился. Итак, в прошлой серии чего мы сделали? В прошлой серии мы встречались с королем вайперов. Это было достаточно весело. И мы нашинковали 34 вот этих вот мерзавца. Они, в принципе, даже по 2 хп, которые шли, да, которые прям you, doctor, but, элементарно убивались. Так, и давайте посмотрим. Я хотел забрать, знаете что, вот эти материалы. Да ладно. Мы обнаружили новые цели для партизанских операций против Адвента, шеф. У нас там скоро, кстати, Рашат должен быть. 107 разведданные, сложность нормальная, уничтожить ретранслятор пришельцев. И пошло у нас разделение, да? Капрал Каран Петель Рейнджер. Уменьшает время до карательной акции на 2 недели. Защитить устройство. Тут уничтожить. Сложность нормальная, 107 разведданных, а тут нам дадут какого-то непонятного рейнджера, да? Кровавый убийца. А тут железный пыл. Железный тыл. Я предлагаю сходить все-таки сюда. Следующие поставки сопротивления от 50%. Ну, 107 разведданных, это круто. А рейнджер... Блин, я даже не знаю. Здесь крутой бонус, который на 2 недели, да, нам подсрочку даст. А здесь бонус фигня, в принципе. Но зато 107 разведданных. Ну чё, куда пойдем? Тут нормальная сложность, тут легкая. Тут нормальная, тут легкая. Тут нормально. Мы не ищем легких путей. Поехали. Давай. Давайте посмотрим, что у нас там. Надо Рашада уже выпускать. Давайте посмотрим. Один день. Реально? Один день. Легкое ранение, один день. А мы можем как-нибудь промотнуть, например. 9 дней. Как мне просто промотнуть? Вот просто стоять на месте и промотнуть. Пока летаем, у нас тут не промотается. Давайте посмотрим вот так вот. Партизан, ограниченное по времени задание. Блин, вот не дают мне, смотрите. Вот не дают просто. Все, поехали. Ладно. Ладно, так и быть. Как скажете. Так, и у нас что? Давай, Роман, дебют. Потом... кто у нас? А у нас выбора-то особого нету никого. Да? 2 гренадера. Давайте кирпича возьмем. Пока что он кирпич. Ну, пока нельзя переименовать, потому что вот до сержанта надо прокачаться. Так, берем кого? Израиль. Потом мы берем кого? Тут уже сержант, как бы, да, Николай Семенов у нас. Гуталина возьмем. Тоже сержант. И Николай Павлов. Вот так вот, наверное. Я думаю, что вот так будет неплохо, да? И давайте изъять все оружие, снять предметы. Брони у нас пока что нет.
смотрим, снайпер с такой гренкой идет. А здесь у нас по протокол помощи, протокол нападения. Ну давайте ему выдадим тогда аптечку. Он хоть на расстоянии сможет залечить, да? Подбежать не надо будет. Дальше сюда мы даем. Ну, светошумовая как-то что-то. Что-то я разочаровался в них. Нам использование светошумовой гранаты дало минус один боец. Так, дальше кто у нас? Капрал, новобранец. Может быть, тогда мы вот так сделаем. Сюда выдаем вот так. Так, здесь у нас оснащение. Здесь у нас полный порядок. Еще с прошлой операции, да? По пулеметам здесь у нас один магазин стоит. А здесь... Ну, а здесь у нас, в принципе, ничего нету. Изменить. Улучшение оружия. Что у нас есть? Лазерный прицел, 5% крита. Давай поставим. Эти беспонтовые модули пускай стоят, да? Здесь, соответственно, тоже изменить. Улучшение оружия. Ну и сюда. Подожди. А у нас же оснащение. Вот же у нас есть автоперезаряжение. Зелененькая винтовка. Не знаю чья, но тем не менее. Ну, Гуталина свой беган. Как кто-то в комментариях написал, повар у нас классный, получил миксер, да? Так, у нас здесь оснащение. А как поменять? Можно же было как-то название пушки поменять. Изменить цвет оружия. Давайте мы сделаем такой, чтобы был немножко в кассу. Зелененький. Дополнительный цвет брони, голос, поведение. Ему вообще черную броню надо сделать. Ну, замаскировать его, чтобы его не видно было, да? Основной цвет брони. Почернее. О, нормально. Дополнительный цвет брони. Ну и знаете, негритосы любят там выделить. Правильно, так, подштанники такие. О, отлично. Просто отлично. Или нет, давайте его наоборот вот так сделаем. Основной цвет брони. Он будет у нас весь в белом. Вот так вот, да. Гуталин весь в белом. Такой вот. Я говорю, негритосы, они же любят такие вещи, что это. В смысле, не негритосы, а афроамериканцы. О, вообще просто гламур. Гламур зашкаливает. Так, готово. Ну и, собственно, что у нас? Переименовать, я потом разберусь, как, или если кто знает, напишите в комментариях. Так, здесь у нас изменить. У нас почему-то тоже здесь все беленькое такое. Так, изменить. Что у нас тут? Цвет оружия хотел бы менять тоже. Вот так вот. Нормально. Все. Все, мы вроде как бы готовы, да? Здесь стандартный автоматик, поэтому особо париться не будем. Так, в принципе, все, народ собран. Гранатку взяли, у всех остальных другие гранаты, у этого аптечка. Поехали. Поехали, ребятки. Metis 1-5, the communications relay is up ahead. Move in and destroy the target. Отлично, прибыли, да? Угроза 1-5 впереди, ретранслятор, уничтожьте цель. Так просто. 8 ходов, а бежать-то не слабо так. Good copy. Moving on target. Пошли потихонечку в ту сторону куда-то нам, да? Двигаемся. О, дал... Да ладно. Да ладно. Отлично, я пробежался.
просто великолепно. Просто великолепно. Просто потрясающе. What's over there? Ну ладно, работаем как есть, Куталин. Пора здесь все крушить. Как-нибудь сюда бы закинуть, но блин, мы свое укрытие сломаем. Дальше-то не кидаешь? Эх, черт возьми. Ну давай тогда вот сюда кидай. Давай, закидывай. Быдыщ. Хорошо вошло. Отлично. Отлично. Вот он нас видит, да? То есть с места-то не получится бахнуть. Так, Роман Антонов. Роман Антонов. Вперед. Ну давай, дебют. Пора повышение получать. Сава. Отлично. Прекрасно. Повышение есть. Так, дальше. Дальше. Давай, наверное. Вот так. Что-то мне не нравится этот парень. На, лови. Пока постой. Крутяк. И все, и здесь больше стрелять-то особо неким, да, у нас? Это что здесь за укрытие, я что-то не понял. А, лавочка. Ну давай сюда. Есть. И протокол нападения. Сколько дамага даст? 2. Если что, добивать будем. 31%, капец. On Overwatch. Моя готовность. Пятачок неплохо, но кого-то сейчас снайпер промазал. Лошара. Лошара. Так, теперь нам нужно срочно разобраться с мутоном. Блин. Давай-ка. Вот сюда отступаем. Вот сюда вот гранатку. Давай-ка здесь ломай все. И мы ему сейчас накидаем. Минус одна броня, это хорошо. Что здесь какие-то конные проемы остались. Но это не важно, да? Так, теперь. Вот этого парня, пожалуйста, тоже мне застрелите. Спасибо. Бегуна. Чертова. Так, Куталин. Броню сноси ему тоже. Сава. Есть. Здесь перезарядка. Так, ну он уже повышение хапнул, да? И... Давай, Николай. Тебе честь. Открыть счет мутонов. Готово. Хорош. Неплохо мы так. Так, двигаемся дальше. Так, с этим паком мы разобрались, да? Еще 7 ходов у нас. 6. Наврал немножко. Так, и теперь нам нужно... Черт возьми, как далеко бежать-то, а? Пошли по дороге прям. Пошли прям по дороге.
как бы это организовать-то правильно наступление. Roger that. Давай сюда. Давай сюда. On it. Давай сюда. I'm on the move. Давай. Куда давай? Куда давай? Сюда давай. Heading out. Давай, готовность. Covering now. Overwatch. Overwatch. Готовность. They got friends. Да ладно. Хорош. Так, Рамон Антонов. Давай-ка, наверное, мы вот сюда. Orders confirmed. On the move. Есть. Самое главное сейчас, чтобы мы здесь пак никакой не встретили. Давай сюда. Moving to designated position. I've got eyes on Advent Troop. Твою мать. Жанакси! Твою ж там мать! Какой план был хороший на боеготовности этот весь пак сейчас подловить. Это было бы вообще шикарно. Эти у нас с ножиками. Дебилы нам сейчас все испортят. Гренейд! Давай сюда, закидывай. Так, теперь. Давай вот сюда. 8 очков, пожалуйста, выбей. 7. Да ладно. Прям чуточку не хватает. Дмитрий Айсин. If you say so. Давай сюда. Moving on target location. Давай сюда. Четыре-то, вы издеваетесь надо мной. Toss me some ammo. Красавцы просто. I'm on the move. Enemy down. Угу. И как здесь-то быть? Ну давай так тогда. Серьезно? Yeah, I didn't get it. Weapons burning ammo fast. Блин. Ты сделал плохо. Что-то как-то бойцов здесь прибывает немало, я бы сказал. Да-да-да. Два командира. Вот этот сейчас будет бегать и палкой своей тыкать в наших бойцов, чего я не очень люблю. Так, этот метку повешал. И стреляет. Так, ладно. И вот самая главная проблема, которую оставили. Жить. Он сейчас устроит здесь. Да ладно. 5, просто 5 скрита. Это Гуталин все виноват. Так что, Николай, к Гуталину все вопросы. Он тут у нас. Плохо так делает. Давай, сыпь. Так, здесь мы что, можем полечиться, в принципе? Правильно? Здесь перезарядка. It's killing time. И выстрел. Ну, давай вот туда. Красавчик.
down. Угу. Отлично. Так, здесь у нас что имеется? Ну вот этого 100% надо убирать. Потому что он мне здесь не нужен абсолютно. Так, дальше. Тачка у нас взорвется сейчас. Тачка у нас сейчас взорвется. Ну, 62 это неплохо так-то. Давай попробуем. Вообще норм. Не хочу ничего сказать, но это Гуталину упрек. Так, здесь мы что делаем? Перезарядка. И лечение аптечкой. Так, есть. 4 очка здоровья восстановлено. Так, эта скотина убегает, да? Нормально, нормально. Звук взрыва классно сделал, мне прям нравится. The alien transmission is still active and we're running out of time. Get to the relay and take it out ASAP. Надо срочно нам. Надо поспешать, не спеша. Вперед. Okay, I'll go. Вперед. Good copy, moving on target. Ага. И мы видим командира, да? Так, снайпер нам что скажет? Откуда он будет видеть этот сраный ретранслятор? Что-то не показывается мне. А, ну видеть он не будет, он должен просто стрелять вдалека. Давай вот отсюда попробуем. Нет. Жаль. Давай сюда тогда. Дальше. 52%. Ну здесь по-любому перезарядка. Rock and roll. Здесь мы тогда. Туру-туру-туру-туру. Ну как-то надо Гуталина поближе подводить, однозначно. 52%, давай попробуем. Промах. Жаль. Yeah, I didn't get it. Жаль. У нас еще есть гранатка. Здесь все сломали. Что только можно. Давай вот так. Moving to designated coordinates. Чтоб на следующий ход нам туда стартануть. Здесь мы. Давай вот сюда. We'll do. We're near the objective. Да-да-да. Запалил там ретранслятор, что ли, или что случилось? Здесь мы. Вот сюда. Тогда. What's over there? Будем надеяться, что командир побежит дальше. Надо отступать. Ну, со следующего хода, если никакой пак не прибежит, да, этот валит, отлично, меньше проблем. И с этого хода мы тогда этот ретранслятор нахрен разносим. Да. 4. И 2 пипки осталось у него, да? Давай. Отлично. Gonna need to reload soon. Прекрасно. Прекрасно мы это сделали. Угроза 1.5, уничтожение ретранслятора подтверждаю. Сигнал пришельцев прерван. Уничтожьте силы противника и выдвигайтесь к зоне эвакуации. Так, здесь мы что-то хакнуть можем. Давай глянем. Давай глянем, что здесь есть.
Неудачный взлом вызовет подкрепление врага к вашей позиции. Взять под контроль случайного врага на следующее количество ходов 2. Давай попробуем. Конечно. С нашими-то... Это вообще просто... Вот эта вот хрень, это вообще не про нас. Вот взлом... Взлом в XCOM 2, это вообще не мое. Угу. Здрасте. Здрасте. Мордасте. Так, давай тогда мы делаем как? Как мы делаем? Каком кверху, да? Здесь боеготовность. Здесь. Идем поближе. Боеготовность. Здесь мы. Я даже не знаю. В упор со снайперки, либо походить и наблюдение пистолет давайте сделаем. Ну, хотя бы трое. Хотя бы трое отстреляются. Вот там. Пацаны с ножами. Пацанчики с ножами. Страндель. На тебе еще страндель. Болт прошел мимо. Жаль. Жаль. Так, ну что, наши пулеметчики? Свободная перезарядка. Свободная касса. Так. Ready to engage! Сколько у тебя хп? Один хп остался. Мерзавца у этого. Тихо. Здесь мы... Вот так, наверное, делаем. Чтоб немножко за укрытиями быть, да? Протокол нападения. Вот на этого. До свидос. Прикиньте, еще бы вот этот дрон бы мазал. Готов. Оттаскивай. Так, а почему с них барахло не валится? Что-то я не пойму. Я хочу лут. Так, здесь у нас перезарядка. Здесь у нас... Тыры-тыры-тыры-тыры... Гранатка. Сколько у нас стволов? Раз. Блин. Ну давайте вот этим стрельнем и посмотрим, как оно будет выглядеть. 60%. Ну-ка. Пойдет. Пойдет. Headed there now. Затылок ему. Нормально. В затылок нормально ему влипло. Так, ну чё, здесь-то как мы делаем? Like a boss style. Moving in position. Сыпь. Нормально вообще Роман раздает. Ну, Гуталин. Okay. Попробуй мне только промазать. Твою мать, на гауптвахту пойдешь у меня, точно вот. Картошку дальше чистить. Кого ты тут? Опа. Николай уже надоело уворачиваться, наверное. Так что, Николай, вопросы все вот туда. У нас Гуталин что-то это. Сегодня вообще это. Миксером не умеет пользоваться своим.
Серьезно? Missed the target. Burning through ammo fast. Николай такой, все приходится за вас делать. Target eliminated. Норм. И там еще где-то бегают, да? Так, перезарядка. Let's rock. Давай. Куда-нибудь надо. Сюда, например. Только пак не сорви, пожалуйста. On Overwatch. Есть. Moving out. Давай сюда. Перезарядка. Здесь давай сюда. Heading there now. Rock and roll. У нас там командир где-то убежал, да? А убежал он явно к паку. Вот они идут. Ну давай, Гуталин, покажи, что умеешь. А умеем мы, мягко говоря, немного. Still moving. Advent force is sighted. Сегодня я крайне недоволен Гуталином. Так. Отступаем. Okay, I'll go. Нахрен что надо. 52. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту. 52. Ну давай попробуем. Пойдет. У него еще 4 хп. 60%. Давай. Не вошло. Target still up. 52. Отлично. Taken care of. Барахлишко высыпалось. I'm all out. I'm on it. Scanning. Офигеть. Крутяк. Крутяк, он там залез. Гуталин. С уворотами запарили уже. Так, надо отводить нам. Там еще кто-то есть. Полегче. Как он ловко-то пробежал сюда. Снимешь вот этого, нет? Пойдет. То разбегался там, понимаешь. Так, есть.
куда бы свалить-то? У нас есть перезарядка свободная, да? Здесь мы все равно стрелять не можем, но мы можем кинуть гранату, да? Мы можем кинуть гранату. Давай вот сюда. Свободная перезарядка, точно? Подкинул его ж. Так, есть. Здесь нам как-нибудь бы свалить вообще нахрен отсюда. 31. Подавление. Есть. Здесь мы просто отступаем. Смотрите, он прям вдогонку бежит за ним, а? Вот ты его, да? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Промазал. Но у него меткость минус 50 должна быть. Не знаю, но захват это распространяется или нет? Ты еще ходить, что ли? Офигеть. Он захват попытался сделать и еще плюнул. Вот урод, а. Прикольно, мне тут двух бойцов сразу в казарму лечиться отправили. Так, что здесь? Перезарядка? Да, перезарядка. Так, здесь мы. Нам бы в идеале, конечно, бы вот сюда вот рвануть. Нам нужно как-то змею эту ссану убить. Офицер Адвента. Давай, до свидания. Hostile neutralized. Угу. Здесь. Ну давайте побегаем, какого хрена, да? Что делать-то? Бежим сюда. Придется полечиться немножко нам всем. Настройка спуска, продвинутая подвижность, модифицированный лазерный прицел. Но это уже неплохо, да? Это, по-моему, плюс 10 дает. Забрали. Дальше. Здесь мы. Перезарядка. 40%. Давай попробуем. Нет. Come on. Здесь мы. Перезарядка. И подавление. Back online. Так, есть. Здесь мы. 35%. Протокол нападения смысла не вижу делать, поэтому глухая оборона. Да? Мы тут его зафлангуем сейчас на этот ход. Да ладно. Ему пофиг, что его подавляют, он
Он просто лупит. Да-да-да, здесь отравление у нас, я знаю. Так, ты если что будешь подавлять. Перезарядка. Ready to engage. И вот здесь вот мы. Вот так вот, например. On my way. Вот так вот давай. Да, 52% это не круто. Not even close. I'm all out. 35 40. Давай. Прекрасно. Прекрасно. No longer a threat. И? Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. Как-то. И обратите внимание, да? В комментариях напишите, что вы думаете по поводу Гуталина. Почти все ранены. Снайпер, понятно, где-то у нас подальше немножко находится. Снайпер, понятно, что он по определению должен быть всегда целый. Ну, за исключением редких случаев. Но все покоцаны, кроме Гуталина, который мазал. Красота. Выговор. Дополнительный КамАЗ картошки почистить. Операция «Железный пыл». Пыл наш немножко поумерили. Ну просто вот, а если по-серьезному, да, касаясь механики игры, ну встал вот прям перед ним с пулеметом, херачит и промах. Ну это как-то вообще не серьезно. На расстоянии 2 метра, мне кажется, там, я не знаю, там кривоногая бабища, и то, наверное, какая-то попадет, я не знаю, криворукая. Короче, непонятно. Давайте, ребятки. Пусть Гуталин посмотрит, как вы хромаете. Ну, а сам-то, смотрите, вальяжный идет весь в белом, да? А народ тут на карачках ползает. Давай. Руки молнии. Меткий глаз. Снайпер-стрелок. Мне Николай говорил про рейнджера какого-то, ну, наверное, он имел в виду вот этого, стрелок. Давай, что у нас здесь? Меткий глаз, руки молнии. Выстрелите в цель из пистолета. Вы не тратите действия на эту атаку. Прекрасно. Пойдет. Повысить. Протокол восстановления. Протокол блокировки. Есть. Николай Ньютон Павлов. Получает позывной. Рядовой Роман Антонов получает снайперскую пушку. В первом же бою, блин, да? 3 замочил. И как бы классно. Настройка спуска. Подвинутая подвижность. Модифицированный лазерный прицел. Ну, прикольно. Пойдет. И мутономы, основные ударные войска пришельцев, сейчас еще опаснее тех, что мы видели. Hello, commander. Hello. Неполночисленный шеф, у нас недостаточно солдат, чтобобы собрать полный отряд. Нужно немедленно набрать рекрутов. Надо немедленно набрать рекрутов. Бойцы. Трое. Трое в строю. Вот 4-й на подходе. Рашат на подходе. И тут у нас... Марте только 10 дней, да? Это просто огонь. О, у нас башка мутона добавилась, смотрите. Крутяк. Такой варварский способ, да? Голову их повесить. Так, с этим все. Мы разобрались. Ладно, ребята, я думаю, что на этом будем заканчивать. Опять же, стандартно, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за лайки, комментарии, за любую поддержку.
начиная от лайков, заканчивая материально, как я говорю всегда, да, командиру на пельмешке. Ну и, соответственно, на этом я буду заканчивать. Увидимся с вами в следующих сериях. А с вами был Серега. Всем счастливо. Всем пока.